Слышно. Я в номере. Слышно, видно прекрасно. Ты в отношениях? Нет. Минус всего алкоголя в том, что потом хочется есть. Ты очень классно, спасибо. Сегодня музыка была не очень, поэтому шальную императрицу мы не вызвали. А вы чего не спите? Вы занимаетесь спортом? Сейчас нет. Не занимаюсь. А жру ночами. Чипсики. Вы слышите, как я жую или нет? В Москве я уже буду на следующей неделе. До скольки дискотека в отеле? Мечтаю в отеле зацелить, не знаю, стоит ли он своих денег. Сейчас все до 12 из-за короны. Есть тот, кто нравится? Нет. Марин, ты класс, слышу. Привет. Привет. А где шальная империя? Слушайте, музыка меня не раскачала сегодня. Тоже пошла чипсами, классно хрустишь. Такая милая, красивая, как ты. Мне скучно. Меня звали сейчас на виллу тусить. Ну, не хочу, понимаете? Хотела бы сойти с бывшим, больше ниже встречи с тобой я не хотела бы. Я просто вчера поймала грустинку. Так аппетитно кушаешь. До 12 можно веселиться, а после вирус нельзя, да. Почему так скучно? Почему такой скучный человек? Все пошли тусить к парням на виллу. Адам, Эва, Тельшон. Нягиней. Все пошли тусить к парням на виллу. А Марина, как старая бабка, сказала, я пошла в номер. Меня там ждут чипсики. Марина, если не секрет, сколько стоит тур у вас? Цена отеля? Спасибо за ответ. Я брала отель отдельно и на самолет отдельно. Цены на официальном сайте, посмотрите. Они от швейцарских отличаются.
лучше спать в своей норке. Ну, так вот хорошо, вы понимаете? В своей кроватке так хорошо. Так кайфово. Я прямо сегодня, меня музыка настолько не раскачала, что я прямо мечтала о том, что когда я уже оттуда уйду, чтобы просто лечь в постельку, скушать чипсики. Понимаете? Когда отдых заканчивается? Через пару дней. Может быть, не нужно было продлевать, а просто валить отсюда. Хотя бы загорела. Как вообще? Видите, что я загорела или нет? Вы видите? Это у меня даже волосы выгорели. Вон, смотрите. Видите, что я загорела или нет? Куда бы вы хотели в следующий раз на отдых? Я бы хотела бы летать в Америку. В Майами. Были ли вы в Дубае? Была. Загорела, конечно, спасибо. Вы не видите, что я загорела? Камон, вот белый цвет, вот я. Это я сегодня еще загорала вот так. Видно, классно. А где тот парень, итальянец? Свалил в Италию, не смог пережить наш разрыв. Шучу, я не знаю, почему он уехал. О, кто знает, это, когда волос так вот забрал. О, понравилось Дубай? Там дорого? Там очень дорого. В следующий раз меня в Дубай повезет только муж, чтобы я тратила его деньги. Ребят, почему мне так... Не хочется веселиться. Реально говорю, вот прикиньте, познакомилась группа ребят, там одна швейцарка, еще там какие-то девочки. Они сейчас все пошли тусить на виллу. Меня позвали, я сказала, как старая бабка, нет, я спать. Ого, Марин, ты так загорела. Видно, да? Ну ладно, тогда, если сказали... Нет, не загорела. Конечно, я удивилась, что так быстро. Что так быстро. Устала просто кайфовать. Это возраст! Я один раз когда была, мы так тусили на вилле просто. Пух и прах. А сейчас все. Сейчас все. Вот просто я ждала этого момента, чтобы дойти до номера и просто... Лечь, скушать чипсики. Привет. Еще у меня треснула губа, и очень больно. И они опухли у меня губы еще. Как бабка старая. Топ-3 фильма. Исчезнувшая, Судная ночь и... Какая-то там история про неуравновешенную бабу. Говорят, что в Турцию могут своровать. Это правда, но меня же не своровали. Ты старушку стала, у тебя бабка старая, да, ворчливая старая бабка. Сегодня один подошел, что-то там. Понимаете, я не понимаю, у меня все, у меня реально уже все. Подходят парни, я на них смотрю, как, не знаю, на маленьких котят, что ли, но мне неинтересно с ними общаться. Мне, наверное, нужен старый дед, потому что все. Стой, в данный момент я хотя бы домой Еву. Ну, если хотите... Я полетела сюда, чтобы загореть. Приветик, малышка, как ты там? Ну, что-то ты приболела. Я старая бабка, все. Просто у тебя крыша едет. Но мне неинтересно, они подходят один... Вот какой тоже, знаете... Парень просит девушку подойти ко мне и спросить, может ли он со мной познакомиться, потому что он боится, что я его съем. Маша, меня жестко предал муж. Я Марина, но ждала его периодически 4 года, он просто пользовался. Это кризис. Мне нужен старый дед. Ну, мне парни уже 25 лет, но для меня так вот на них смотрю. Я раньше смотрела, вот, не знаю, подходил какой-нибудь красивый парень, я думаю, блин, да.
А сейчас меня вот этой всей красотой уже не удивишь. Понимаете? Уже возраст. Они для меня просто пупсики. Ну, неинтересно. В Дубай вам к шейхам старым. Ну, не, я шучу про старого. Ну, просто я хотела бы мужчину, а не парней. Не знаю, но мне уже не нравится. Понимаете? Смысл тусить с непонятными людьми. Тоже верно. У тебя там крыша не съехала еще на духе, 30 лет пойдет. Да дело не в возрасте. Смешная. Милая. Вы видите, что у меня ушей не видно? Где мои уши? Так смешно. Я хотела пойти с вами поболтать. Мне вот с вами интересней. Ты сильная по характеру, тебе надо быть девочкой помягче. Но мне неинтересно общаться с людьми какими-то. Вот Кашка, допустим, с которой я познакомилась из Польши, с ее мужем. Они зажигательные такие, прямо ух, понимаете? А с другими неинтересно как-то. Вот они устали, я устала, мы все пошли по номерам. Марина, ты классная. Ты просто умнее, поэтому. Ей надо быть мягче, нужен сильный мужчина. Ты сейчас в отношениях? Нет, Маришка, привет, привет. Советую шли идти в 18 лет на дом 2. Ой, не знаю, честно. Хочу мороженку. Шафеевой, да, общаемся. Давайте прям такие хорошие качественные вопросики. Мы с вами поболтаем. Что такое? Где жить на ПМЖ? Хочешь остаться в Москве или в Швейцарии? Не знаю. Сейчас все мужчины хотят рядом с собой искреннюю девочку. Девочку, а не стерва. Откуда вы знаете, что я стерва, блядь? Нормальная я девочка. Просто мне неинтересно общаться с маленькими мальчиками, которые... Турок не украл, я же в отеле. Какая зарплата на дом 2? А вот вам все расскажи, да покажи. Марин, я очень хочу тебя. Я тоже себя хочу. Хоти. Сколько время у вас? 00:30 ночи. Когда в России? Через пару дней придет из Украины. Привет, как ты? Я хорошо. Мариша, зайка, о чем мечтаешь? Мечтаю не быть старой бабкой. Мне неинтересно. Господи! Мне такое реально первый раз. Это вот реально приехала отдыхать телом и душой, называется. Пришла, хотела набухаться в дрова просто. Последние там, не знаю, ночь... Выпила 3 напитка. Кстати, я так после 3, я гармайстеров, если что. Выпила 3 напитка. Посидела так. Сначала потанцевала, такая думала, о, блядь, сейчас музон будет такой классный. Потом я этот музон не раскачала, и все. Вы знаете, вот как, не знаю, как вам сказать. Либо «а», либо все. Вот у меня вот этого «а» не было с музыкой. И поэтому я села, и все, я захотела пойти в номер. Что думаешь насчет Сай? Что такое Сай? Марин, я тоже хочу зарабатывать столько, чтобы слетать куда угодно. Просто нужно подкапливать. Какие планы на будущее? Не знаю, все. Качественный вопрос. Что делать, если муж жадный? Не знаю, я бы с жадным человеком никогда бы не смогла жить вместе. 26 это маленький. Как с пожарами в Турции? Стоит ли лететь? Я бы сейчас не летела. Если бы я бронировала бы только сейчас тур. Ой. Если бы я бронировала только сейчас тур, то я бы, наверное, не поехала. Ты выглядишь усталым, да.
Бабиш со Скалон расстались. Что думаешь насчет потусовки? Да, вы сами вообще не в курсе. Чипсы люблю с сыром или со сметаной. Сколько тебе лет? На вид 17, но мне на 8 лет больше. Ну, спасибо большое. Я могу в ресторан пригласить и на машине повезти. Спасибо, я могу сама в ресторан сходить и на машине. Вот раньше, вот она разница, господи, раньше в Макдональдс меня можно было сводить, я уже была рада. Сейчас уже не удивишь. Как относишься к Бузовой? Хорошо. Боишься старости? Нет. Гоу, Филёша. Марина, можно поцеловать тебе пальчики на ногах? Поцелуй свои пальчики, достанешь. Уп! Ты не старая бабка, ты мудрая девушка. Погулять, покататься, букет цветов, венцо. Ну, вот это старые эти пикаперские. Мне вчера подарили розу, сегодня подарили розу и рассчитывают на то, что я такая, типа, о, блядь, пошли, я тебе дам, я не знаю. Ну, как бы... Вино, цветы, это пакет... уровня меньше моих желаний. Простите, никого не хочу обидеть. Кому-то это может быть, у всех есть свои рамки, я вот свои имею. Ты выросла, просто уже не все заводят, да. Какой увлажняющий крем для лица порекомендуешь? Мне нравится от L'Oréal. Сыворотки такие зелененькие, очень классные. Я думаю, что тебе, мужчина, по знаку зодиака нужен рыбы. Вы знаете, честно, вы прямо в точку. Вот у меня с мужчинами-рыбами всегда какая-то такая связь интересная. Вот сколько не знакомилась, вот когда потом спрашиваю, мне говорят, рыбу, я такая, блин, угостить. Тебя гелик нравится, что? Го в ресторан, у меня здесь all inclusive, если что. Чипсы какие любимые, со сметанкой, у нас время 2:27. Что с переездом в Москву? Скоро. Прививку делать не буду. Боишься старости или нет? Нет. С чем ее бояться? Мы рождены, чтобы умирать. Смелые люди ничего не боятся. Спасибо большое за ответ. Марина вообще довольна отдыхом или ожидала больше? Ожидала? Конечно же, я ожидала хотя бы одного нормального парня здесь, с которым можно было хотя бы пообщаться. Но меня вообще... Может быть, я реально какая-то уже бабка старая. Ну, как-то, не знаю, что-то не подходит, но вот мне не камильфо, понимаете? Я так общаюсь, так как, господи, отстань уже от меня, просто уйди. Вы считаете, это нормально? Что делала весь день? Загорала. Я по гороскопу рыба. Москва еще в планах, да. А чем удивишь? Ну, точно не розами, не рестораном, простите. Мариночка, ты красотка, тебе надо парня, как Саймон. Красиво смотрелись. Так смотрелись. Смелость города берет. Бургер Кинг, как? Нынче мужики только так умеют ухаживать. Окей, значит, платье новое, финиковое. У меня с розовым все нормально, спасибо. Фирменное. Блин, простите, если вы думаете, что... вы там подарите мне платье розы и сводите в ресторан, вы что, реально думаете, что ну, может быть, я еще раз говорю, кого-то это устраивает. Я, может быть, где-то 18 лет бы, да даже подольше, в 22, наверное, бы повелась бы на это все, но сейчас уже вообще нет. Сейчас соболь в пол не подавай, понимаете? Марина, мне нужны именно твои вкусные, сочные пальчики. Пососи свои. Смелость города берет. Как дела? День провела. Загорала весь день. Папа, кто-то по знаку зодиака. У меня нет папы, у меня есть отчим. Ты красивая. Марина, мне нравилось, как ты танцевала в синем костюме в первые дни. Сохрани в актуальном. Хорошо. Сама можешь подойти к парню? Нет. Никогда в жизни я первая не подходила, этого делать не буду. Никогда, запомните это раз и навсегда, мужики. Если вы рассчитываете, что я хоть раз в жизни к вам подойду, нифига. Вот какой бы вы охрененный не были, никогда в жизни этого не сделаю. Ну, не делаю я так, ну, не знаю. Платье Gucci Fendi. Угу. Обычно всегда все в последний день отдыха случается. Да ладно!
Автопати Сохо. Марина была в комплексах в ноль. Сейчас реабилитация идет, но верность пипец вернулась. Когда просто спросить человека, хотя он был близко, как мне казалось. Чем ты работаешь? Чем? Ну точно ничем. Мозгом, может быть. Но точно не тем, что вы думаете. Не жалеешь, что полетела в Турцию, а не в Дубай? Если в Турции сегодня было 48 градусов, я не знаю, вы видите вообще, какая я черная или нет? Просто. То в Дубае я бы сдохла бы, наверное, мне кажется. Ты постоянно об одном и том же говоришь. Ну давай поговорим не об одном и том же. Почему плакала в сторис из-за турка? Сама же говорила, что не любила его. Просто я плакала, потому что я поступила некрасиво, что я его так бросила холодно, что я не ценила отношения ко мне. Вот про что. Первое. Можешь написать парню, который симпатичный или никогда? Я один раз написала, сейчас скажу кому. Господи, как его зовут? Михаэль Морон. Вот ему я первое написала. Я написала, классный фильм, зашел. Духи, какие любимые. Мне очень нравится вот летом классный Versace Crystal. За хорошими знакомствами в Миконос. Ну да, в следующий раз сюда поеду. Блять, какие у тебя глаза красивые. Я ближу тебе каждый пальчик, потом стопы. Прочитала, а мнение свое не сказала. Привет из Костромы, ты красавица. Прочитала, мне не свое не сказала. Вы просто написали предложение о том, что у вас самооценка там. Вы же, где вопрос, что я должна сказать? Ну, круто, что у вас самооценка поднялась. Я же не поняла вопрос. Какой размер груди? Такой. Она у нас вся красивая. Не нужен едаемый Даня и Саймон. Ей нужен верный мужчина и преданный. А Даня тоже верный. Какой сейчас вес? Не знаю, 80 кг, наверное. Шучу. Ребят, у меня еще процесс реабилитации. Я этот факт не хотела принимать. Как бы это грустно не звучало, но сейчас я приняла этот факт, и я жру просто и думаю, господи, все, когда пройдет, я похудею, и все будет нормально. А Сэм неверный, я его не знаю. Смотрю на тебя, и самооценка поднялась. Дала правильный совет. Ценить себя. Спасибо большое. Приятно. Тебя не напрягали, да, не на проблемы с кожей? Нет. Отлично, сейчас фигура. Я такая аппетитная. Есть за что поддержаться и укусить. Кусь! Вы общаетесь сейчас с Катей с колонн? Да. Никого не слушай. Красивая, милая, очаровательная, ослепительная райская малышка, моделька. Прям секси. Соска пушка нереалка. Даня, это не твое. А что, Даня, это не мое? Высокий, красивый, кореглазый брюнет. Вы уже знаете, что у меня на таких прет? Вот не знаю, вот просто у меня всегда одно и то же. Куришь сигареты или электронки? Вообще я ни то не курю, но вот здесь на отдыхе электронки. Как у тебя с Викой отдыхал? Нормально. Вы с Даней очень подходите. Секси-богиня. Уф, прям. Да, ты классная. А что Даня выложил? А что он выложил? Я Дане присылала сиськи свои, и он выложил, походу. А с чем это связано? Набор веса. Недавно подписался тебя, слышала много раз про вес, не поняла, почему. А, у меня был анафилактический шок.
Меня раздуло. В организме еще есть отеки. Вода. Мочегонные средства мне нельзя пить. Вот, поэтому как-то так живем. Он не рыба. Ну ладно, я закрою один глаз. Слушай, у тебя такое ощущение, что ты хочешь конкретного мужчины, поэтому всех других отшиваешь, и тебе не интересно заранее. Ну, может быть. Может быть. Может быть. Лучшая черта твоего характера. Я очень верная и преданная. Ты бы хотел отношения с Даней? Я бы очень хотела отношения с Даней. Я просто здесь сплю и думаю, боже, почему Даня тут не со мной? А здесь пачка чипсов, а не Даня. Знаешь итальянский язык хотя бы немного? Io parli italiano 1%. Hello. Hello. How are you today, my friend? Я тоже сильно поправила свое время, но это от этого женихи не пропали. Я сегодня, как мне рассказала моя подружка, замечательная из Польши, пошла за напитками. Нужно было обойти просто бар один. Она мне сказала, что когда ты шла, просто вот так вот вся. И я не худая, если что. Розы каждый день дарит. Нет, их он не выкладывал. Просто переписку, где он задал вопрос, а ты наехал на него, что не поздоровался. Я не присылала Дане сиськи, я пошутила, если кто-то там всерьез принял. Меня там не хватает. Ну, Мариш, какой рост у тебя? У меня рост 174. Позови Дане. Io parlo italiano, poco-poco. Как вам мой загарчик? Кто умеет делать так? Как ты выучила столько языков? Ну, в Швейцарии это нормально. Нужно для работы общаться и на французском, и на английском, и на немецком. Русский в Турции хорошо принимают. По сколько часов спишь? Наверное, часов по 7-8. Марина, ваш марафон, который вы организовали, уже закончился. Вы довольны, как все получилось? О, сейчас еще после отдыха я там должна в личке ответить девочкам. Но, в принципе, мы проработали с ними то, что им хотелось. Но я это сделала. То есть мы делали маленькую цену и взяли совсем мало людей. Мне хотелось просто помочь этим девочкам, у которых проблемы сами с собой. То есть я не буду этим заниматься. Главное, какая от тебя энергетика идет, а от тебя мега крутая энергетика. Ой, спасибо. Все же не делается к лучшему, не грусти. Как дела в Турции, лететь можно? Сейчас там пожары, а как обстановка сходит? Мама не хочет, боится заразиться. Я бы сейчас не ехала, если честно. Сегодня посмотрела твою историю о прошлой любви до слез. Может, стоит возобновить отношения? Видно по твоим чувствам, как ты даже рассказывала о нем. Есть что-то, что еще трогает тебя. Нет, ребят, назад пути нет. За длинными волосами трудно ухаживать. Я мою голову, расчесываюсь, я даже не сушу их, они здесь сами сушат. Место, Даня. Давайте вопросы, ребят, вопросы. Быстрее, быстрее, быстрее. Хочу быстро отвечать и читать. Какой у тебя цвет волос? Вот. Ты красотка, будь счастлива. Спасибо большое. Что не спишь? Не знаю. Как выглядит твой идеальный день? Просто это мой идеальный день. Это на отпуске. Встал, пошел, поел, позавтракал, полежал. Встал, поплавал, пошел, поел, полежал, пошел в номер, собрался, поел, потусил, лег спать, все. Пила протеины? Нет.
Свои волосы были длинные. Не так длинные, просто делаю ради объема. Где хотела бы жить? В Майами. Говорит ли об инфантильности то, что бывший делал мне предложение, а уйдя к другой, сделал ей спустя 3 месяца знакомства с ней. Это не инфантильность. Может, он влюбчивый и быстрый. Хочешь на Дом-2? Нет. Куда полетишь после Турции? В Россию. Милирование не хочешь? Нет. Когда улетаешь? Через пару дней. Кем хочешь быть в будущем? Я уже в будущем. Я бухгалтер. Не скучно отдыхать одна. Я не одна. Я сегодня пошла на море. Познакомилась с девочкой из Швейцарии. Она меня вчера видела. Она меня познакомила с ее друзьями. Они пошли тусить на виллу, а я не пошла. Тебе хоть раз лизали ноги? Да, собака лизала. Привет из Турции, привет. Умеешь плавать? Нет. Мне тоже отель этот нравится. Крутой отель. Как относитесь к длинному нахождению мам на проекте Дом-2? Я считаю, что им там делать нечего. Чем собираешься заниматься в Москве? Ничем. Ждать хорошую погоду? Нет, честно, я еще не знаю. У меня пока в планах другие есть дела. Я тоже с девочками там знакомилась. Ну, тут со всеми все знакомятся. На что обращаешь внимание при общении с мужчиной? Я смотрю на его опрятность. Как он одет вообще? Он, может быть, недорого одет, но хотя бы рубашка поглажена. Как от него пахнет. Как он себя ведет в обществе. Это очень важно. Я не люблю вот это... слышь, ты официант, иди сюда, неси. Вот это вообще мне просто позор. Иди на дом. А что, друзья, девочки не понравились? Ну, не хочу я. Какой краской пользуешься? Я волосы не крашу. Что самое интересное было на этом отдыхе? Что понравилось? Мне понравилось, что я познакомилась с 2 прекрасными людьми с Польши. Замечательные люди просто. Самое интересное, что я в любовь не верю, но судя вот, как я смотрю за их отношениями, они 25 лет вместе. Тебе говорят, что ты в жизни лучше, чем на фотках. Да, мне много кто говорит, что ты в жизни намного лучше и красивее, чем в Инстаграм. Можно быть твоей собакой? Нет, у меня уже есть собака, спасибо. Вроде в Москве собралась работать. Ну да. Буду ездить на метро, зарабатывать деньги. Если молодой человек предлагает помощь, говорит ли это о том, что я ему нравлюсь? Узнал, что заболел, и предложил свою помощь, привезти мне что-то, чтобы я писала ему, что-то... Ну, это хороший знак. Лукавишь. По поводу чего? Он просто приятель. Ну, я думаю, что просто, может быть, он о вас заботится, как о человеке. Это же прекрасно. Совет. Если мужчина не понравился с первого раза, нужно все равно дать время пообщаться. Бывает, раскрывается мужчина. Ну, не мой типаж, ну, парень, ну, не мое, ну, я же знаю, мой человек или нет. У меня либо химия проявляется, такая, все там, феромоны, либо никак. Ну, как бы, зачем? Я со всеми общаюсь, как с людьми, я готова со всеми дружить и общаться, но кого-то рассматривать для отношений, это еще, ого-го, нужно там с горы на гору влезть и с нее пасть еще раз влезть, поэтому... Почему ты на украинку похожа? А что такого? Почему ты такая недоступна, надеваешься вызывающей? В чем здесь вызывающий шорты, костюм? Или что, мне нужно одеваться вызывающей, давать всем? Или что? Объясните мне ваше восприятие. Ой, как хорошо. Ой, хорошо в постельке. Боже, я вчера уснула после эфира с вами. Марина, верите в женскую дружбу? Да, у меня есть друзья лучше. В Москву на ПМЖ или передумала? На ПМЖ. Сколько раз в месяц делаешь педикюр?
1-2. Можно так одеваться. Дороже, дорога, ложка к обеду. А, дорога. Марина, и как мне ему намекнуть, что он мне симпатичен, чтобы он стал проявлять знаки внимания ко мне? Самой проявлять инициативу унизительно. Как ему намекнуть? Меня удивило, что он не боится заразиться. Позови его к себе, чтобы он приехал. Пообщайся с ним, он уедет. И скажи, что ты короной заболела. Ему нужно будет сидеть на карантине. А скажи, я тоже болею короной. Давай заботиться друг о друге вместе. Проведешь с ним прекрасную неделю. Шучу. В старости не одеть такое. Сейчас все так одеваются, лето же. Красиво, блески единорожка. Мне 25. Что тебе изначально понравилось во Владе? Кто такой Влад? Не говорите мне вообще, забудьте. Это как страшный сон, ребят. Не пишите мне вообще. Я заболела короной, он знает. Ну все, тогда скажи, останься, пожалуйста, со мной мне плохо. И все. Он с вами останется, вы его там поцелуйте, обнимите. С кем осталась твоя собачка? С моими родителями. Красиво. Сильно отличается менталитет швейцарцев от русских, конечно. Не знаю, кто это. Хватит мне писать. Вообще неинтересно. Нужно забывать про прошлое, чтобы начинать будущее, понимаете? Сколько сейчас у вас времени? Час. Привет из Беларуси, привет. Почему Владе не писать? Ведь тебе говорили, что он говно, а ты ругалась на нас. Ругалась, не ругалась, все в прошлом. Ребят, мне неинтересно обсуждать этого человека, как вы не понимаете. Я не на проекте, чтобы мусолить эту тему сейчас один год. Мариша, ты русская или метиска? Я русская. Привет из Туркменистана, привет. У нас в Питере час. Ты суперская. Привет из Пензы. Как думаешь, ему завтра написать, попросить привезти продукты из Азбуки? Уже готовы ли сразу, через 2 дня? Может, прямо спросить, нравлюсь ли ему? Нет, я бы не спрашивала напрямую, если честно. Потому что если он вас рассматривает просто как хорошего человека, о котором он просто хочет позаботиться, это будет очень неловкий момент. И, скорее всего, после этого ваше общение испортится. Ты, конечно, в него была влюблена. Жалко, что не просто. В кого я была влюблена? Упаси Боже, успокойтесь. Какой халайтер у тебя? Это блестки. Привет из Италии, приезжай в гости. Как не стесняться перед девушками? Нужно проработать себе мужской стержень. Привет из Германии. Привет. Привата. Подписывалась ли на друзей своего парня? Подписывалась ли на друзей своего парня? Как считаешь, норм ли это? Я подписывалась только спустя лет после отношений. Нафиг мне его друзья там в Инстаграм. Можешь показать блестки. Это Лямель, ребят. Что за фишка? У вас блестками около глаз. А вам не нравится?
Нарушала ли ты закон или участвовала в криминале? Нарушала. Ну, не я нарушала, но у меня было дело. Почему бывшей новой девушке дарит цветы, украшения, косметику, белье, хотя она гораздо хуже выглядит, лишний вес, а я успешный человек, и ко мне такого отношения не было. Почему так? Как пережить эту боль? Потому что она изначально сказала: слушай, Вася, либо с тебя цветы, подарки и белье, либо идешь нахер. Вот и все. У меня сейчас час. Познакомилась с Машей Бондарь, дома 2, мы в Питере. Она так ужасно себя ведет, липла к моему мужчине, да и вульгарно себя ведет. Аморе. Привет из Краснодара. Что-то не жуешь сегодня. Я жевала, вы просто, видимо, позже зашли. Пробовала ли ты запрещенные препараты? Никогда. Покажи райскую красоту, свою рельеф тела. Чипсы где уже съела? Девушка подписалась на друзей моих. Встречаемся 2 года, не знаю, как реагировать. Она сама подписалась. Ну а что такого? Может, она с ними как с братанами общается? Она же не чокнутая, чтобы подписаться и типа что она хочет. Марина, ты больше душка или стервочка? Стервочка, но для своих душка. Вы верите в астрологию? Что-нибудь совпадало у вас? Я не тестила это. Нравится, вам идет, просто сегодня в своем маленьком городе видела у девочки, подумала, наверное, так модно. Не знаю, может, она за мной повторяет. Я создаю тоже тренды. Привет, Мариша, тебе из Курска, не хочешь пойти на Дом 2? Нет. А к кому мне идти? Ты погладишь мне губы ногой. Таблетки для похудения пила? Пила. Покажи, салам, перезвони. Сейчас набираю. Ребят, повисите тут. Сейчас тут наберу. Михе. Турецкий язык знаешь? Нет, ты ревнивая. Раньше я была пипец какая ревнивая. Сейчас. Чао, амиго, аривидерчи. Все, до свидания. Не нравится, все. Хочешь общаться с этой тёлкой? Ну и общайся. У меня будет потом мужик лучше, чем ты. Передай привет, пожалуйста. Привет. Буза тебе нравилась? Да. Марина, как тебе Захарьяш и Милена? Ответь, пожалуйста, интересно твое мнение. Я считаю, я за ними не слежу, я не подписана ни на Сережу, ни на Милену. Но я видела, когда была подписана паблик, как их выкладывали, их какие-то видосики. Мне кажется, очень круто, что они нашли друг друга. Совет да любовь, реально, я рада. Ну, что если люди счастливы вместе, это же круто. Я поняла, что почему ты так вызываешь. Где я, блядь, вызывающий одеваюсь? Вы что, там ёбнулись, что ли? Дайте покажу, что здесь вызывающий одеваешься. Костюм. И у меня еще после того, как телефон упал в воду, он показывает так плохо все. Ой, бабка старая хочет прилезть. Ой, хорошо. Могла бы просить измену? Нет. Проводи мне ступой по лицу, пожалуйста. Милена, как только сама счастлива, нормально общается с подписчиками. А когда у нее все плохо, с Бесом было, ныло, проклинало все. Ну, это понятно. Ну, не про сейчас, наверное, наряд-то. Изменяла парню никогда. Никогда никому не изменяла. Телефон вроде непроницаемый же. Ну, видимо, нет. Вы видите качество.
Наталья Рудова мне нравится. Смотришь на «Дом-2»? Нет. Зачем ты читаешь неадекватные сообщения? Не знаю. Кем ты работаешь? Я бухгалтер. Бухгалтер, любимый мой бухгалтер. Вот как быть, если коту 6 лет, а он везде срет и писает. Ребят, вы сейчас серьезно? Реал. А если другой понравится, уйдешь от парня? Я когда в отношениях, я на других не смотрю. Для меня этих людей просто нет. Сними свою броню, и оковы с души может легче снять. Ладно, все понятно. Без секса уже почти год. Это нормально. До этого были отношения длительные. Выгляжу хорошо, ухоженная. Развлекаю себя сама, вводя по ресторанам. Нет мужчин, это плохо. Это зашибись. Ты очень красивая и стройная. Не слушай никого, ты просто бомба. Спасибо. Смешно с вопросом. Столько спрашивать будут, как пойти в туалет. Ботокс колешь? Нет, видно же. Ты же хотела побыть одна со своими мыслями на дне, включать его вон, отдыхай. Сейчас буду отдыхать. Марина, проведи. У него девушка новая, давно, она не новая. Она и до меня была, и во время меня, и после меня, поэтому, ребят. Новое всегда хорошо забытое старое, скажем так. Марина, проведи подкой по языку. Веришь ты в женскую дружбу, но в настоящую искреннюю? Верю. Чем принципиально отличаются парни из России и Швейцарии? Швейцарские мужчины, они более такие сдержанные, что ли? Не психопаты. О, я вам сейчас такое расскажу просто. И слышала, что какой-то мужик скинул кого-то там с 4-го этажа. Прикиньте, девушку свою. Охренеть. Императрицы мы так и не дождались, да. Получается, он изменял тебе, он изменял не мне. Как бы... Марина... Так где было, не знаю, мне сегодня сказали у бара, я плохо расслышала, где. Но сказали, типа, ты слышала, парень девушку выкинул с 4-го этажа. Да не, я не знаю, где. А ты пьяная? Нет. Турция сильно подорожала. Да, Турция тоже как просто турецкая Монако. Кальян 70 евро. В Белеке предлагают... Мне сегодня Кашка, кстати, еще говорила, что в отеле... Очки стоят 850 евро. Так, вроде бы вместе были, когда успевала тут. Скорострел, я не знаю. Стала ли ты бы мстить бывшему, что он бросил тебя, идя к другой после долгих лет вместе? Связалась бы с той девушкой. Стала бы ты мстить бывшему, что он бросил тебя, идя к другой девушке? Удачи, спасибо, до свидания. Спасибо этому дому, идем к другому. Господи, кому там мстить? Зачем тратить свое время? Кайфуйте, жизнь одна. Она счастливая. Обычно все стремятся за границу, а ты хочешь в Москву. Я не такая, как все. Вокруг пожар, у вас там норм. Ну, говорят, уже сейчас до Белека дойдет. Да, Турция подорожала. О, Маришка, привет, дорогая. Правда, что за хорешь фуд-фетиш? Я не знаю, откуда...
Я Сергея Захаряжа ни разу не видела в моей жизни. Куда я знаю? Привет, живу во Франции. Вообще не нравится европейский менталитет. Почему они не умеют ухаживать за девушками? Ну, это не все. Некоторые умеют. А если бы парень подписался бы на твоих подруг, как бы ты реагировала? Я бы ему бошку бы оторвала сразу же. Ну нет, ну если смотря какие подруги. Как к Бузовой относишься? Она мне нравится. Ты одна дома? Да. Страшно за тебя, береги, опасно, что пожар. У меня всегда паспорт и деньги с собой. Но если все внутри разжигает от боли, ярости, что он так поступил, ты можешь поцарапать его машину или проткнуть ему шины, к примеру. Но мстить там кому-то за что-то... До свидания, господи. Марина, вы общались с женщиной из отеля, которой 50 лет? Да. Он живет и наслаждается отношениями с ней. Кто? В Казани была. У нас был случай в Бобруйске, как девушка с ребенком выпрыгнула из окна через неделю после того, как родила. Говорили, что она состояла в психдиспансере. Но чуть ужас, ужас. Редко, Марина, я не поняла, редко в Турции выходит за отель. Почему? Не знаю, я боюсь. В храм берет. И меня тоже брал, не переживайте. Там все уже были. А характеризуй своего последнего бывшего в трех словах. Мне кажется... Да, я... Нет, я не думаю, что он как бы пишет. Я знаю, что про меня говорят очень много там. Обсуждают меня. Жить без меня не могут. Я знаю, что пишет один человек постоянно, но я блокирую. Я тебе много пишу в директ, ты не отвечаешь, буду отвечать. Губки колола, меня сгорели, меня раздуло просто. Который час? Час. Тебе спать не хочется? Нет еще. Море вообще кипяток, и бассейн тоже. Почему Влад сказал, что ему неинтересно было с тобой? Но он тоже сказал, что мы расстались, потому что я эскортница из Дубая, что он узнал, что я проститутка из Дубая. Поэтому, короче, ребята, станьте от меня с этим человеком, вообще неинтересно, честно. Грязь грязью, вообще туда не машься, будешь чистый, все. Итальянец не пишет больше, нет. Марина, скажи, ты же правдорубка про характеристику бывшего. Без имен и фамилий. Давайте не будем. Если я скажу, все. Кто розы подарил? Мужчина. Я есть хочу, спать нет. Что делать? Пойти поесть и лечь спать. А ты не боишься на публику сказать что-то лишнее, что потом будешь жалеть? А что я лишнего? Что я могу сказать? Главное, эскортница. Эскортница. Просто уже весь Дубай перетрахала. Как я вообще жила всю свою жизнь? Хочу пить шампанское с твоих ножек. Марина, ты большая умница. Где ты вообще, в какой стране? В Турции. Туркиш! Ты классная, счастье тебе, спасибо. Туркай. Почему парни не ценят? Откуда вы знаете, ценят или не ценят? С сестрой итальянца общаешься? Ну, приписываюсь иногда. Я тебе фотку скину в директ. Точно про тебя написано. Скинь.
лишнее. Имеется в виду, о чем изменишь мнение в будущем, а что? Катя дома. Да, Кристос, да. Хорошо, с Катей нашли общий язык. Я переживала, и Катя, люблю тебя. Домой скоро. Катюша не делилась с вами, что хочет. Давайте. Что, в дверь не заходишь? У меня там столько сообщений, я даже не открывала. Как обстоят дела с пожаром? Горит все. Это жесть. Сегодня летал вертолет просто над отелем. Какие цены в Турции на экскурсии, не знаю, ни разу не была. Марина, я сейчас тоже в Турции. Давай я приеду, ты покоришь меня, фрукты с твоих ног. Купила сувенир, зачем? Я в Турции уже 500 раз была, этих сувениров уже напривозила, они все дома лежат. Гарью пахнет на улице? Нет, но облако рыжее такое. Почему не читаете смс, находясь на сайте? Чё? Да. Из-за чего пожар? Ну, говорят, поджог. Была ли близость с женщинами? Нет. Все, ребяточки, прямой эфир заканчивается, подходит к концу. Я вас всех целую. До завтра. Всем хорошей ночки. Пока-пока.